Добрый день. Коротенькое объявление. У нас либо 31 октября, это суббота, либо 7 ноября, как успеем, намечается интернет-встреча с подписчиками. Ограничение 100 человек на участие. Время будет дневное. Если успеем набрать достаточное количество участников, 31-м состоится 31-го, если не успеем, состоится 7-го. Заранее всех предупредим о конкретной дате. Ссылочка под роликом. Записывайтесь. И второе коротенькое объявление. У нас 14-15 ноября пройдет плановый семинар. Вернее, так скажем, его не было в плане, но мы сейчас вот нашли возможность снять зал. Всех желающих, пожалуйста, записывайтесь. Некоторые относятся к тем семинарам, которые сейчас проходят, некоторым кажется, что они скучные. Они не скучные. Это новая программа, о которой я более подробно буду говорить как раз на интернет-встрече. И эта программа, она более эффективная по развитию. То есть у меня приблизительно раз в 7 лет происходит скачок в знаниях, и вот последний скачок в знаниях он привел к организации вот этой новой программы, которая преподается на семинарах. Еще раз, наша задача развиваться, а не развлекаться. Поэтому те, кто приходит на семинары, пожалуйста, настраивайтесь именно не на то, что вам будет весело на семинаре. Это как бы, знаете, как получится в общении. Может быть, оно и весело будет. Но все-таки настраивайтесь на работу, на труд, потому что, еще раз, любое развитие связано с нашим трудом, с тем, что мы сами себя заставляем что-то делать. Ну, разумеется, хорошо, когда мы заставляем себя осмысленно, то есть мы понимаем, ради чего мы это делаем, и что конкретно это за шаги, которые мы предпринимаем. Вот. Как бы, наверное, все. До свидания.